Здравствуйте, вы сегодня находитесь на российском форуме маркетинга. Сегодня первый день. Расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях. Много ли полезной информации получили? И вообще, с какими целями пришли сегодня сюда? Пришел сюда с целью получения информации о построении, то есть по новому, скажем так, по современному отделу продаж системы работы маркетинга в моей компании, построение отдела продаж, автоматизация его, применение вот искусственного интеллекта, о котором говорили, и так далее. То есть пока для меня полезно. Чат-бот, да? Да, ну много. Дальше будем уже. Я нашел людей, которые этим занимаются. Теперь я буду уже.